Здравствуйте, ребята, меня зовут Лев. Сегодня мы узнаем о правилах поведения и общения в сети интернет. Ежегодно в начале февраля в России проходит акция «Неделя безопасного Рунета», посвященная проблеме безопасного использования интернета и мобильных технологий. Ребята, давайте отправимся в виртуальное путешествие вместе с фиксиками. От фиксиков можно узнать ответы на многие вопросы о технике и о всемирной паутине. А вы знаете, что фиксики питаются энергией различных приборов? А если фиксик зарядится энергией от компьютера, то он станет умнее. Маленькие человечки не сидят на месте и все время перемещаются в компьютере и знают все о цифровом мире интернета. Надеюсь, вы запомните правила поведения в интернете, и они вам помогут в дальнейшем. И тогда вам интернет станет другом на много лет. Где найти подругу Олю? Прочитать, что было в школе, и узнать про все на свете? Ну, конечно, в интернете. Там музеи, книги, игры, музыка, живые тигры. Можно все, друзья, найти в этой сказочной сети. В интернете можно легко найти много интересных и увлекательных сайтов, которые обязательно помогут вам в учебе. Как не сбиться нам с пути, где и что в сети найти, нам поможет непременно поисковая система. Ей задай любой вопрос, все, что интересно, вмиг ответ она найдет и покажет честно. Интересно? И это только начало. Но чтобы все новые открытия и встречи в интернете были приятными, обязательно спрашивай разрешение у своих родителей, что можно посмотреть вам в интернете. А теперь давайте поговорим, как интернет помогает в учебе. В интернете, пруд-пруди всего на свете. Здесь мы можем поучиться, быстро текст перевести, а в онлайн-библиотеке книжку нужную найти. А с помощью интернета можно общаться из разных точек земного шара. Ребята, а у вас много друзей? А у меня много. И живут они все в разных странах и в разных городах. Но мы встречаемся в интернете и общаемся друг с другом, как будто между нами нет расстояния. Расстояния интернету совершенно не страшны. За секунду он доставит сообщение хоть с Луны. Не печалься, если вдруг далеко уехал друг. Подключаешь интернет, расстояния больше нет. Электронное письмо вмиг домчится до него. Ну а видеозвонок сократит разлуки срок. Мы хотим, чтоб интернет был вам другом много лет. Будешь знать 5 правил этих, смело плавай в интернете. Чтобы чувствовать себя в интернете уютно и безопасно, помни о следующих правилах. Никогда не добавляй в список виртуальных друзей людей, с которыми ты не знаком в реальной жизни. В интернете, кроме друзей, есть много врунов и мошенников. Будь осторожен с ними. Не доверяй заманчивым предложениям незнакомых людей. Иногда тебе в сети вдруг встречаются вруны. Обещают все на свете подарить бесплатно детям. Телефон, щенка, айпод и поездку на курорт. Их условия несложны. СМС отправить можно. С телефона папы, мамы и уже ты на Багамах. Ты мошенникам не верь. Информацию проверь. Если рвутся предложить, то обманом может быть. Запомни, никогда не рассказывай незнакомым людям в интернете свои личные данные. Где ты живешь, где учишься, кем работают твои родители и свой номер телефона. В интернете, как и в мире, есть и добрые, и злые, полон разных он людей, есть и гений, и злодей. По портрету не поймешь, от кого слезу прольешь. Чтобы вор к нам не пришел и чужой нас не нашел. Телефон свой, адрес, фото в интернет не помещай и чужим не сообщай.
Ребята, а вы знаете, что болеть могут не только люди? И в интернете можно встретить вирусы, только электронные. Вдруг из щели между строк вылезает червячок. Безобидный хоть на вид, он себе беду таит. Может файлы он стирать, может деньги воровать. Предлагает нам обновки. Вирус – мастер маскировки. Не хочу попасть в беду, антивирус заведу. Вот такие неприятности можно встретить в интернете. Но вы не переживайте. Запомните основное правило. Никогда не открывайте документы от незнакомцев в сети. Не отправляй свои фотографии и фотографии своих друзей незнакомым людям в интернете. Они могут использовать их так, что это навредит тебе или твоим близким. Ребята, а вы любите компьютерные игры? Но в играх встречаются незнакомые люди. Будь внимателен, ни при каких обстоятельствах не приглашай их к себе домой и сам не ходи к ним в гости. Как всем детям интересно поиграть с друзьями вместе? В интернете тоже можно, нужно быть лишь осторожным и с чужими не играть, гости к себе не звать и самим не приходить. Я прошу вас не забыть. Запомнить это правило просто. Никогда без родителей не встречайтесь с людьми из интернета вживую. Соблюдай в интернете правила общения. Встречаются в интернете люди, которые пишут грубости и оскорбления. Не обращай внимания на их злые слова. Оставайся добрым и вежливым в интернете. Скорее всего, у них просто нет хороших друзей и любящей семьи, как у тебя. Не обращай внимания на их злые слова. Оставайся вежливым и добрым. В интернете злые тролли появляются порой. Эти злюки-задаваки могут довести до драки. Им дразнить людей прикольно, несмотря что это больно. Только полный их игнор тролля охладит задор. Сам же вежлив оставайся, в тролля ты не превращайся. При помощи интернета можно слушать музыку, смотреть фильмы, играть в игры, читать книги. Безусловно, интернет – это лучший источник информации. Интернет вдохновляет на творчество, и многие нашли свое любимое увлечение благодаря всемирной сети. Но чтобы интернет стал настоящим другом, запомните, если что-то непонятно, страшно или неприятно, быстро к взрослым поспеши, расскажи и покажи. Есть проблемы в интернете. Вместе взрослые и дети могут все решить всегда без особого труда.